Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В сегодняшнем выпуске я хочу вас познакомить с проектом Decoin. Сейчас идет этап с 50% бонусом, осталось 18 дней, то есть достаточно времени для того, чтобы инвестировать в этот проект, познакомиться с этим проектом и инвестировать в него на ранних этапах с максимальной выгодой. Проект имеет высокий рейтинг рейтингового агентства ICO Bench. Хардкап проекта 30 миллионов. На сегодня собрано в течение при ICO почти 2 миллиона долларов, что, в общем-то, говорит о высокой заинтересованности инвесторов в этот проект и доверии в него. Что представляет из себя проект Decoin? Decoin является децентрализованной платформой, exchange торговой платформы с перераспределенной выручкой для держателей монет. Полностью защищенная технологическая система для пользователей криптовалют, чтобы использовать их полное возможное выравнивание с децентрализованным характером блокчейна. Decoin стремится создать всемирно известные центры обслуживания клиентов во всем мире, чтобы облегчить внедрение технологии блокчейн. Итак, почему Decoin? Что выделяет этот проект и делает его успешным? Это первое. Это доступность. Мы разрабатываем масштабируемую, безопасную и коммерческую архитектуру блокчейна. Второе – это прибыль от торговли и обмен доходами. Находится ли рынок в восходящей или нисходящей позиции? BAC, как владелец Decoin, получают комиссию за транзакцию и ежедневный объем, накопленный на бирже. Decoin делится своими доходами с держателями монет. Доходы от торговли включают спреды, комиссии, агрегатирование позиций по рискам и процентные ставки, и процентные маржинальные ставки. Полная поддержка. Это третье. Доступ к персонализированной информации через нашу службу онлайн-обслуживания клиентов с подробной и точной информацией, чтобы начать работу в криптопространстве. Далее это инвестиции с беспрецедентными доходами. Decoin POS – алгоритм, который обеспечивает в среднем 6,2% годовых процентных возвратов всем держателям монет, которые будут котировать свои монеты на онлайн-кошельке Decoin, вознаграждая их лояльность к принятию момент. Хорошая позиция, хороший плюс для крупных инвесторов и для средних инвесторов, в общем-то, тоже. То есть 6% в год просто от того, что у тебя лежат монеты на кошельке, это всегда приятно. Так, далее, монетизация. Первая платформа обмена, позволяющая напрямую получить доступ к нашим доходам с использованием вашей собственной кредитной карты. DTAP – еще один способ экономии времени и упрощения процесса. Доступ к DTAP – криптоиндекс. Будучи партнером Decoin или пользователем, который поменял ваши собственные монеты на Decoin, вы становитесь взаимно заинтересованными и инвестировали в индекс и успех DTAP. Вы выигрываете от доходов, созданных всеми членами Decoin, получаете дополнительные доходы от выплат по инвестициям в фонды и полностью контролируете разделение ваших инвестиционных активов среди перечисленных компаний. А какие технологии используются? Decoin – это монета обмена доходами, основанная на блокчейне. Decoin создает всемирно известную, быстродействующую, легкую и простую мультивалютную биржу и торговую платформу, которая делится своими доходами от обмена со всеми своими держателями монет. Благодаря алгоритму Consensus POS все держатели монет, которые будут копить монеты Decoin на своем онлайн-кошельке,
будут иметь право на процентную ставку в размере 6,2% годовых в сравнении с количеством принадлежащих Decoins. Каково в целом видение разработчиков платформы? Наше видение и миссия должны стать ведущей в мире платформы для обмена криптовалютами. Вы будете нашими партнерами в доходах. Decoin выступает за монету народа с целью обмена ликвидностью и доходами от обмена с нашими вкладчиками. Наша миссия состоит в том, чтобы иметь современную платформу Exchange для пользователей криптовалют, чтобы они могли использовать весь свой потенциал в соответствии с децентрализованным характером самого блокчейна. Проект, без сомнений, вызывает интерес и достоин внимания с точки зрения изучения и инвестирования в него. Я считаю, проект будет успешным. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним, с белой книгой этого проекта. Ссылки на эти ресурсы вы найдете в описании к видео. Пожалуйста, ознакомьтесь и присоединяйтесь. Спасибо за просмотр. Если мое видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.